Дикая активность. Больше 250 случаев укусов клещей зарегистрировал Роспотребнадзор Югры за последнюю неделю. Всего с начала сезона 705. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2018-го. Встречи с клещами медики отмечают почти во всех муниципалитетах региона. Больше всего пострадавших в Ханты-Мансийске 106. Сургут на пятой позиции 51 случай. Чаще всего клещи присасываются к людям на обочинах дорог, лесных просеках, кладбищах, на рыбалке или во время отдыха на природе. Там насекомых поймали больше 50% обратившихся. Сегодня в округе обработаны почти 4000 гектаров зеленых насаждений. Это парки, скверы, территории детских садов, летних лагерей. Это 90% от плана. Тем не менее, для защиты от самой тяжелой клещевой инфекции, вирусного клещевого энцефалита, населению настоятельно рекомендуют сделать прививку. Сейчас, поскольку сезон активности клещей уже наступил, нужно проводить вакцинацию по ускоренному курсу. Обе прививки делают с интервалом в 1 месяц или 2 недели, в зависимости от препарата. Посещать природный очаг можно не ранее, чем через 2 недели после второй вакцинации. Медики напоминают, клеща лучше самостоятельно не доставать. Сразу обратиться в травком. Мы работаем в круглосуточном режиме. Вот, и удалим клеща, окажем вам необходимую помощь и скажем, как лечиться, куда обращаться дальше. Исключение составляют случаи, если вы находитесь далеко от города. Тогда клеща нужно аккуратно выкрутить из места укуса, делать это нужно в перчатках. Поместите его в банку, чтобы была возможность отправить в лабораторию на анализ и как можно скорее экстренно привиться от энцефалита. Эффективность иммуноглобулин будет иметь только первые 3 дня после укуса. Именно поэтому врачи советуют провакцинироваться заранее. Добавлю, что в Югре с начала года прививки поставили больше 78 тысяч человек. Это 48% от окружного плана.